Привет, доброе утро! Сегодня вторая часть моего путешествия по Израилю. Сегодня будет трехдневный туристический марафон, потому что вставать надо будет очень рано, а ложиться поздно. Я надеюсь, я буду очень много снимать, если там можно будет, и покажу вам все, что смогу. Приятного просмотра и поехали! Приехали в Назарет, это там, где родился Иисус. Нас привезли в сувенирный магазин, и я потратила почти все свои деньги, потому что я накупила миллион всяких сувенирчиков маленьких. Сейчас мы будем подниматься в храм. В храм, где построили его на том месте, где к Марии пришел ангел и сказал, что будет у тебя ребенок. Ей было 15 лет, мне сейчас 21. И такая, я думаю, ребенок? А ей было 15, я в шоке просто. Сейчас пойдем в храм, и я буду вам все показывать. Прям модель красоты. Начитавшись и насмотревшись Дэна Брауна, я во всех этих храмах вижу всякие загадки. Мне кажется, что тут их миллион, что их надо разгадывать и разгадывать. Я не знаю почему, но с религиозной точки зрения я не рассматриваю вот эти все монастыри, храмы. Я их рассматриваю только с точки зрения загадок. Так интересно, очень классно. Там люди живут, а тут монастырь огромный. У меня, как у суперблогера, закончилась память на камере, поэтому я буду с вами теперь с телефона разговаривать. И вон моя группа, я как всегда сзади, и бегу к ним. Я под впечатлением. Сейчас я вам покажу, как собирают финики. Это так красиво. А сейчас я нашла финики не в чехлах, я к ним иду. Правда, очень мягкая земля. Чувствую себя папуасом. Понимать финиковую грусть. Она тяжелая. О! Она очень тяжелая. Наши бабушки нарвали фиников. И я сейчас буду их пробовать. Не. Фу! Она... У меня теперь во рту все вязкое, как после хурмы. Где-то хурма, только не сладкая. Помимо пальм, я тут еще в восторге от гигантских кактусов. Такие классные кальчики. Мы приехали на речку Иордан. Это там, где Иисус крестил своих учеников. Сейчас бабушка моя будет окунаться в Иордан, светить все сувенирчики, которые у нас есть. Надеюсь, я смогу ее снять, потому что я тут практически ничего не понимаю. Но для вас пока поснимаю Иордан. Ой, у тебя на поводу желания. Я просто хочу узнать, прозрачно или не могу я давать? Бежал в какой-то магазин, из витрины попросил.
тобой окунай, да, давай, сиди. Можно не так театрально, можно просто иди окунайся уже. Куда мне? Давай мне в руку. А то я потеряю. Из-за ветра, к сожалению, ничего не слышно, но я тут говорю, что храм Петра — это самое красивое, что я когда-либо в жизни видела из храмов, монастырей и примонастырских территорий. Сейчас я это вам покажу. Просто какой-то сказочно красивый вот он сзади с розовыми куполами. Сейчас попробую спрятаться от ветра, чтобы было нормально слышно. Вот сюда. Сейчас вам покажу. Вокруг ничего не растет. Вокруг практически пустыня, а здесь какой-то оазис. Тут есть все вот пальмы, кактусы, вот этот красивый очень монастырь. Павлины тут живут. Очень много зелени. Тут вот озеро на заднем фоне. Туда. Хотела я сделать одно общее видео про три экскурсии, но чувствую, что будет три разных. Кот убежал. Кот от меня убежал. Так что, в общем, я предполагаю, что у меня будет, но одно про сегодняшний день точно будет отдельное, потому что оно будет очень длинным. Я думаю, завтра мы едем в Иерусалим, в Вифлеем, вообще в Палестину. Туда страшно мне ехать, но ничего. Думаю, все будет нормально. В общем, будет у меня три видео, а это я заканчиваю. До новых встреч очень скорых. Я думаю, я буду быстро выкладывать эти три видео. Я надеюсь, вам понравилось так же, как и мне здесь. Еще такой момент. Я боюсь котов. Но тут почему-то я не боюсь котов. Или я перестала больше бояться котов, и я теперь люблю их. Или я не знаю, что происходит. Покажу вам сладости моего детства. Что мне когда было 5 лет, я летала в Израиль, жила где-то полтора месяца приблизительно. Когда 15 лет мне было, я тоже здесь, тоже жила приблизительно столько же. И я нашла, тут все дети такое едят, это сладкий замороженный лед, он называется шлюки. Он вот так вот выглядит. Это пластик, внутри лед, и его нужно высасывать. Я не знаю, я обожаю эту штуку, она очень дешевая. Я бегала, уже когда 15 лет мне было, я бегала чуть ли не каждые 2 часа в магазин и покупала вот такие штучки.